Приветствую всех на моем канале. Я сегодня буду готовить салат из сладкого перца. Значит, у меня здесь 6 крупных мясистых перцев сладких. Вот. Положила на обычный противень от духовки. И сейчас буду их запекать до черной обугленной корочки сверху. Сейчас я их отправляю в духовку, которая уже заранее у меня разогрета до 220 градусов. И потом продолжим. Итак, у меня прошло 20 минут. Посмотрите, как почернела кожица. Перцы уже готовы. Вот их прямо горячими нужно брать и перекладывать либо в какую-то стеклянную миску, или в контейнер, может быть, быстренько. Вот прямо в горячем виде. Видела, делают даже в пакет пластиковый, перекладывают. Вот. И накрываем их тарелкой. И вот в таком виде они должны остыть. Хотя я видела, что многие сразу их под холодную воду помещают и остужают под холодной водой. Ну, в общем, делайте так, как вам удобно. Итак, когда перцы остыли, они очень легко очищаются от этой верхней корочки. Если вы готовите для гостей, то можете одеть перчатки. Я готовлю для себя, для нас, поэтому я работаю без перчаток. Вот и все. Снимаем эту шкурку очень легко. Посмотрите, хотя шкурка горелая, внутри мякоть вот очень хорошая, и у нее особенный аромат. И теперь очищенную мякоть перцев берем и вот так нарезаем длинненькими полосками. Итак, вот я всю мякоть нарезала вот такими полосочками. Теперь нужно взять 2 зубчика чесночка. Или один зубчик, смотря кто как любит. И вот у меня такая давилка, она давит мелкими кусочками. Добавляем чесночок сюда. И добавляем любую зелень. Можно петрушку, можно базилик, можно еще что-то. Все, что вам нравится. Мы иногда берем петрушку, иногда вот базилик, смотря что дома есть. Это все берется по вкусу. И также мы добавляем оливки еще в этот салат обычно. Вот у меня оливки эти с косточкой, поэтому я очищаю кость. Вот косточку очищаю. Ну, вы можете брать и без косточек, уже готовые, чищенные. Делайте кому как нравится. Кстати, вот эти фиолетовые оливки самые вкусные. Ну, можно любые, конечно, какие у кого есть. И теперь я выжимаю сок из одного лимона. Если кому-то один лимон много, можете использовать только половинку. Итак, приправляю салат соком лимона свежевыжатым. Добавляю 2-3 столовые ложки оливкового масла холодного первого отжима. Ну, в общем, выберите любое, это мы используем такое. Также солю по вкусу. И перемешиваю это все. На этом этапе можно попробовать. Кому что не хватает, добавить, кому соль, кому что. У нас эти перцы очень сладкие, поэтому сахар здесь не нужен. Но, может быть, у кого-то не сладкие,
И хочется немножко, можно немножко сахара, я не знаю. Мы обычно не добавляем сахар, только соль. И сейчас этот салат отправляется в холодильник, чтобы он хорошенько настоялся. Ну, приблизительно 20-30 минут, у кого сколько времени есть. Чем больше он стоит, тем вкуснее он становится. Вот так выглядит готовый салат, он хорошенько настоялся. Выкладываем его в любое красивое подходящее блюдо и подаем на стол. Иногда можно положить сверху кусочки какого-нибудь сыра, похожего на брынзу, на греческий сыр фета. Но обычно подают без сыра вот так, именно вот так. До свидания всем и встретимся в новых видео. Пока!